Хорош, хорош, хорош! Крис! Крис! Иго! Иго!
Мистер, поздравляем вас с первой победой во главе «Спартака». Как можете оценить игру команды на фоне соперника из российской лиги? Да, я уже, как не раз говорил, я говорил об этом ребятам, что результат сейчас не так важен, он не стоит на первом месте, потому что мы строим. Мы строим команду, мы строим игру, и я это повторял неоднократно. Да, возможно, результат для ребят в какой-то мере значим, но сейчас для нас он стоит не на первом месте. Мы строим команду. Сегодня с первых минут на поле был боевой состав, видно было, с каким настроем сразу стали играть ребята. Можно ли говорить, что сегодня была первая репетиция уже официальных матчей? Это не совсем правильно, и у нас нет 11 основных игроков, у нас в обойме 25 игроков, и мы должны работать со всеми из них, поэтому такое утверждение, оно неверное. Моя задача была дать на этих сборах поиграть, дать игровое время всем футболистам, и с этой задачей мы шли вперед. Ho bisogno di far fare minutaggio a tutti, quindi sicuramente sto facendo fare minutaggio a tutti. Сегодня свой первый гол за «Спартак» забил Шамар Николсон. Насколько важно ему сейчас почувствовать эту уверенность? Да, для него это, безусловно, очень важно. Как новичок, для всех новичков очень важно получить такую уверенность. И я, как тренер, очень рад иметь в составе таких двух сильных форвардов, как Соболев и Николсон. Естественно, для игроков это очень важно почувствовать, получить. Но все должны понимать, что нужно иметь терпение, ждать этот момент, когда и сейчас я счастлив, что он забил свой гол. Завтра у команды будет еще один товарищеский матч, о котором мы ранее не сообщали. Расскажите, что за соперник нас ждет и какие цели будете преследовать в этой встрече? Я уже говорил, что нам важно сейчас, чтобы все игроки получали свое игровое время. И сейчас команда находится, мы знаем, под нагрузками, мы много работали. Важно сейчас, чтобы все игроки получали свои 90 минут, поэтому мы решили организовать встречу с местной командой. Лукас, первая победа в новом году. Оцени итоги встречи. Muito bom, né? A gente vem trabalhando todos os dias, dois treinamentos e a gente ficou feliz hoje, né? 3 pontos. É um jogo muito difícil, mas ter a cabeça tranquila e continuar treinando forte para no campeonato a gente voltar bem. Первый гол забил ты, красивый удар. Насколько важно тебе почувствовать вкус забитых мячей? Sim, sem dúvida, é importante, né? Isso dá mais confiança para mim, fazer mais ainda uma pré-temporada boa. A gente está corrigindo tudo que vinha fazendo nos jogos. E quando voltar ao campeonato, a gente volta forte e está buscando vitória a cada jogo. Oficiais matches возобновятся совсем скоро. В какой-то сейчас физической форме? Me sinto muito bem, né? A gente vem treinando todos os dias forte, 2 treinamentos. E isso é muito importante, né? Que a gente
vem de um tempo parado, né? E a gente vem fazendo um trabalho muito bom, né? Na parte física e na parte tática, para melhorar em todos os aspectos. E é isso, acho que quando voltar ao campeonato a gente vai estar preparado. Во время сбора в Дубае ты продлил контракт со Спартаком. Что значит для тебя это событие? Uma felicidade, né? Eu acho que eu vinha buscando, né, essa renovação. Nunca pensei em sair daqui, então fico feliz de estar sendo reconhecido, né? Ter um novo contrato e espero que a cada dia eu possa estar mostrando meu futebol e quem sabe essa temporada a gente está terminando com um título.